Уважаемые товарищи, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются.